В этом году открытие велосезона, организаторы, в числе которых городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, а также клуб велопокатушки, приурочили к юбилейной дате освобождения города Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков. Хочу поздравить всех горожан города Тирасполя и гостей города, велолюбителей с праздником Днем освобождения города Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Тем более в этом году исполняется 70 лет освобождения города. В состязаниях приняли участие порядка 80 спортсменов и велолюбителей. Попробовать свои силы мог любой желающий. Самому юному участнику исполнилось всего 6 лет. Теперь это возможность поехать, провести приятное время с друзьями, заняться спортом. И вообще, это здорово. Тираспольский клуб с веселым названием «Велопокатушки» насчитывает около 30 членов. Состав часто пополняется новыми кадрами, которые всегда принимают участие в любых велозаездах. Сегодня этой дате мы посвятили, 12 апреля посвятили велопробег, который у нас прошел к стеле 37-й армии, где возложили мы цветы, к мемориалу Славы, где мы возложили цветы, и вернулись обратно к скверу Деволана, где велолюбители ждало экстрим-шоу, увлекательное экстрим-шоу. И сейчас у нас подготовлены спортплощадки, где у нас проходят велоконкурсы, и по итогам проведения велоконкурсов участников ждут призы и грамоты. После велопробега и возложения цветов в сквере Деволана были организованы трехэтапные соревнования для велолюбителей. Они включали в себя фигурное вождение, медленную езду и кросс-кантри.